школах и училищах области планируют открыть специальные тренинговые кабинеты, где будут проводиться интерактивные занятия в форме игры и семинары на тему СПИДа. Одним из организаторов таких мероприятий выступает немецкое общество ГИС. Новые тренинг-кабинеты оборудуют в 27 школах и 3 профтехучилищах региона. Их выберут на конкурсной основе. Заявку об участии необходимо подать до 10 мая. В ней следует указать сведения об учебном заведении, количестве учеников, об их интересных методиках. Преимущества будут иметь городские школы, в которых обучается не менее 500 учеников, сельские школы, в которых более чем 300 воспитанников, а также профтехучилища, где насчитывается 400 учащихся. Занятия смогут посещать не только дети, но и родители. С ними будут общаться в форме игры, расскажут о профилактике ВИЧ-СПИДа, покажут тематические фильмы, ответят на интересующие вопросы. Открыть тренинговые кабинеты планируют 1 сентября.